Меня зовут Райхерт Елена Сергеевна, я управляющая ателье. Работаю я с марта 2011 года. Работа моя очень интересная, многозадачная. Значит, работа с людьми, она всегда сложная, тяжелая. Но девчонки у нас все замечательные, каждая из них личность. И, наверное, в этом и есть интерес работы с людьми на самом деле. Очень много красоты мы несем людям, и вот за счет этого красоты, дизайна воодушевляет работой. Ты представляешь, что твои заказы, в которые ты внес труд, свою частичку души, они будут радовать людей не один год, и это здорово, от этого получаешь кайф от работы. Ну, во-первых, это самореализация в любом случае. Я очень много читаю, я очень много изучаю всевозможных, то есть это и интернет, и инстаграм, то есть это все просматриваешь. То есть всегда, когда ты хочешь чему-то научиться, ты всегда найдешь информацию и будешь этим обладать. Вы знаете, разные. Я очень люблю природу, очень люблю вязать, очень люблю читать. То есть, как бы, ну и если что-то вдруг появится в моей жизни новое, то я от этого точно не откажусь.